Вырывайте. Вырывать зубы надо нам вырывать. Там три. Ой, молодец. Хорошо. Сейчас отпусти, пускай поработаем. Хорошо, Федор, хорошо. Там. Собаки. Вон там живут. Вот. Да, я подальше. Да. Одну руку от себя. Смотри, как тебя зовут? Влад. Вот так. Вот так, да. Чуть-чуть приподнимай. Приподнимаешь, собаку приподнимай. Собаку, Влади. Хорошо. Вот так. Пусти. И пускаешь. Поднимаешь и опускаешь чуть-чуть. Хорошо? Когда я буду бороться. Да. И опускай. Хорошо. Толстый. Толстый, надо походить. Да? Толстый. А вот, как же я ему пайку? Ты уже врезала. Давай. Нет, значит, давай расход. Дело в том, что он получает больше, чем тратит. А столько не должно быть. Что столько? Может, он уличный? Нет. Весь мать. Она набирает на микрофон. Что вы говорите? Хорошо, молодец. Вали.
Погладь по глазкам. Вот, вот, ты меня вот так. Вот так, да, подержи меня. Стукни. Стукни по мне. Вот так, да, вот так, хорошо. Хорошо. Ты подними немножко. Поднимай, Вась, он уже поднимает. Полностью поднимай. Я Федечку поднимаю, а вы говорите. А, так! Говорит, уберите руку! Молодец, да, похвали. Поводок. Не, дальше. Дальше отойди. Дальше, вот так, теперь вниз поводок. Вот так, да? Вот так, да? Поднимай. Вот так, высоко не надо, все пускаем. Хорошо, для первого раза не надо. Вот. Вот то же самое будешь делать, когда я отдам рукам. Приготовься? Хорошо, приготовься. Хорошо. Поднимай выше, 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 выше. Ай-яй-яй-яй-яй, пускай. Сразу пускай. Только я забрал. Придерживай. Убьется. Сразу же отпускаю, чтобы она сразу же бросилась на меня. Да-да. Вау, да.
показала себя по-другому, а он готов хлопать. С удовольствием, вот я уже тут пришла. Реально готов укусить. Придерживай поводок. Нет, хочет. Да, придерживай поводок, потому что может перевернуться, вот ударить в спину. Вот пока я к нему первый раз туда подошел, все было нормально. Да. Реально, да. Говорит, могу и на живца, не только руках. С удовольствием на тебя отлично. Так он вы что, если она что-то идет вот, по улице? Если рукава не будет, я ухожу. Да, если да. Если идет по улице, вы что, да. Он готов с Валера выпрыгнуть? Зоя худить. Он стал похож на свинку. Вообще не даст есть. Или как? Так, Зоя, вот толщина. Жира справа и слева, это в 30 градусный мороз, минуса больше не надо. Ну? А у него вот уже. Поэтому урезайте. Владик, ты понял, что кормить нельзя его?